Так, ну а это стол со сладостями. Самое вкусное и самое опасное для фигуры. Много сладостей местных именно, восточных сладостей. Это и красиво, и вкусно. Здесь и торты, и желе. Вот детки очень любят вот это желе. Смотрите, какие торты. Боже мой. Ну как не поправиться? Ну как хочется все попробовать и не поправиться. Смотрите, какая красота. Вот такой вот огромный стол. Ну и, конечно же, я всегда подхожу к фруктам, потому что все хотят получить дозу витаминов на отдыхе. Бананы, апельсины, дыни, финики, яблоки, гранат показываю. Видите, зачищенный гранат. Гуава, курма. И вот таких стойки две, с одной стороны, с другой стороны. Специально дублируют еду, чтобы не было огромных очередей. Прекрасное то, хочу еще раз подметить, что можно самим все накладывать, это исключает огромные очереди. И второе, то, что еду дублируют, это тоже замечательно. Давайте пройдемся. Еще покажу быстренько. Так, что здесь у нас? Так, а это местные, смотрите. Лепешки с мясом. Да. Это египетские вот такие лепешки с мясом. Да, очень вкусно. Мясо, правда, немножко обычно с перцем. Так, ну здесь картофель, цукини. Это рыба, картофель, овощи, паста. Смотрите, подробно все показываю, да, чтобы вы тоже понимали, можете чем накормить детей. Вот просто пареные овощи, два вида риса, белый и желтый, да, коричневый. Тоже вареные овощи, суп. Так, и пойдемте еще зайдем внутри. Там пицца, там кура на гриле. Да, просто не буду идти, потому что, ну, в тот конец это будет очень долго. Но здесь, пожалуйста, пиво, напитки, кофе. Это ресторан, который находится внутри. Смотрите, какие здесь, да, красивый дизайн ресторана. Есть разные виды пасты, пожалуйста, и спагетти, и пене, да, и с томатным соусом, и с белым соусом. Давайте посмотрим. Также можно заказать пасту и самим, смотрите, добавить все, что вы хотите. Лук, да, вот видите, зелень, чеснок, сыр, овощи, перец и песто, томаты. То есть, кто любит пасту, это прям сюда, сразу. Пасту готовят хорошо, не разваривают. Вот тоже хочу это отметить. Ну, конечно, угол с хлебом, да, разные виды хлебы, и белый, и сухариками, и чего только нету. Ну, вот это салатики. Пожалуйста, капуста с морковкой, классика, баклажаны с черри, сырный салат, да, свекольный салат. Вот это их местная кухня. И смотрите, здесь стоят разные виды соуса. Пожалуйста, все сами можете намешать, да? Томатное, вот с чесноком, вот горчица. Ну, то есть, даже если вы их кухню не приветствуете, да, она вам непривычна, все можно сделать самим. Голодными вы не останетесь. Поэтому, когда люди мне начинают говорить, что, ой, недостаточно еды, ну, я вас умоляю. Ну, то есть, то, что вам может быть непривычна эта еда, это я согласна. Но, видите, можно найти простые какие-то позиции. Да, и, соответственно, насладиться вкусной едой. Вот здесь тоже небольшой уголочек со сладким. С
со сладостями здесь все в порядке. А, вот это вообще вкуснятина с шоколадом. И вот такой вот красивый ресторан. Отель Dream Lagoon. Ужин.